1975 году у нас образовался жилищно-строительный кооператив, и в 1977 году мы все уже заселились в этот дом. И с первого месяца мы организовали общее собрание, у нас появился председатель. Он знает всех жильцов, знает их проблемы, знает, кто приезжает, кто уезжает, следит за порядком. Ну и, конечно, цветы в холле, которые появились у нас буквально на следующий месяц после того, как мы все вселились в дом, эти цветы – заслуга председателя. У нас никогда не было случаев вандализма. Это, конечно, вопрос культуры. И культуры тех людей, которые живут в этом доме. И с самого первого дня у нас все жильцы друг с другом здоровались, входя в лифт. И то, что, к сожалению, отсутствует во многих домах, где люди живут не только годами, но, может быть, даже десятилетиями, но настолько отстраняются друг от друга, что, в общем-то, чужие проблемы очень мало волнуют жильцов. Прошло уже 35 лет, как мы живем в этом доме, и многие уже успели состариться. И мы помогаем друг другу, и если человек заболел или еще что-то, мы всегда принимаем участие в его судьбе. Воцарившись в доме, эта атмосфера не может куда-то исчезнуть бесследно. Это живет и, видимо, вот наполняет весь дом.